одной стороны, шайба у казанцев, но другое дело, как они распорядятся. Слямкин взял и вернул ее ярославцам. Холидов. Ландер. Ландера занесло. Набегался Антон. Галеев. Секач. Вот от этого звена ждем. Коледов пострадал. Так, Коледов, да? Ну вот здесь он забросил шайбу. О, ну, это ровно та же ситуация, когда попадает коньком в шнурки, здесь клюшкой. Не так сильно, конечно, но все равно достаточно неприятно. Ну, там плюс еще Кольдов потом еще, да, с арбитром. С Лайнсменом столкнулся. С точно. Арбитром тоже, да. Ну, вот так прямо непонятно, на самом деле, где болит. Кольдову достается вообще в этом сезоне. Кстати, так, по ходу первого матча между командами Кольдов тоже там страдал. Там же было столкновение с Жайсином Азеведо. И Азеведо после того столкновения не играет. Ну, он уже тренируется в общей группе, но все равно очень большое время пропустил Джастин Азеведо. Он сейчас был бы точно не лишним для Акбарса. Слушай, ну как больно Кольду. Вот всего лишь-то клюшкой попал Галеев. А вы представьте, что было с накладом, когда ему шайбу Яськов бросил. Сейчас прям четко было видно. Я, видите, правый конек, правую ногу Кольдов придерживает. И именно туда ударил игрок Акбарса, Станислав Галеев. Ну, честно, я ничего говорить не буду, но вот это очень травмоопасное место.